Звістка про те, що провідного спеціаліста в області хірургії Вадима Оспенського, який очолював хірургічне відділення в стаціонарі, перевели на посаду чергового лікаря, викликала масу суперечок у Фейсбук. Аби отримати інформацію з уст першого джерела, ми звернулися до Вадима Оспенського. В кінці января мене визвав генеральний директор і пропонував мені перейти в дежурні хірурги, на що я согласився дуже без особливих проблем, тому що я 17 років працював заведующим хірургічним відділенням, робота ця тяжела, по моєму мненню, малооплачуваема і відповідальна. Відповідальність – це тройна, тобто заведующий, тобто я як доктор несу відповідальність. Двойна відповідальність, що я хірург, і четверна відповідальність, що я за відділення, тобто відповідаю за всіх докторів і за всю оказання хірургічної допомоги. Ну, не просто було, в общем, і я вже не такой молодой, і настает, так сказать, пора подготовки молодых кадров. Мы же, так сказать, знаем, что жизнь на нас не заканчивается. Поэтому я, в общем, без всяких колебаний принял предложение Ярослава Валентиновича. И у меня только было одно условие для написания этого заявления. То, что мы не вернемся к этому разговору, что меня не попросят быть снова заведующим отделением. Так что, сами понимаете, никаких особых, так сказать, трений, и тем более уж огорчений с моей стороны не было. Это было ваше бажание? Нет, это не было мое бажание, потому что, честно говоря, я представлял последствия этого решения. Я не знал, какими, так сказать, и сейчас не знаю, какими мыслями руководствовался генеральный директор. Но это решение совпадало с моими желаниями, так скажу. Но это не было мое решение, потому что я бы давно такое заявление написал, но я знаю, что у меня бы не бы заявление не подписали. Потому что эта работа должна делаться, и этот человек должен быть ответственным. Работа врача – это в первую очередь ответственность. Кто-то должен отвечать за жизнь людей. Ну, вот так получилось, что мне повезло. Що стосується допомоги слаботичанам, хірургічної допомоги, якщо така потрібна, буде до 16.00. Ви знаєте, Таміла, от є люди, які отримують за це зарплату. От організатори медичної допомоги. От сьогоднішній мій статус не є цим. Тобто це не моя забота. І пускай люди, які, так сказати, по довгу служби, повинні за це відповідати, пускай вони за це відповідають. Головний лікар Славутицької міської лікарні в свою чергу запевнив, що дані зміни ніяким чином не вплинуть на надання допомоги за такої потреби і не вбачає у цьому великої проблеми. А у Вадима Оспенського, як представника частної медицини в місті, ми запитали, чому, власне, останнім часом з міської лікарні провідні лікарі переходять до частної практики. Це дуже великий питання, я не знаю, як формат вашої передачи. Во-первых, эта тенденция не городская во всей Украине. Если вы как кто-то там читаете Facebook, социальные сети, врачи массово бегут из лечебной сети коммунальной и государственной, все остались там всякие. Ну почему? Потому что на них никто никогда не обращал внимания. Все там, давайте купим томограф, вот сейчас как модно, да, там маммограф. А почему-то никто не давал. Давайте, в общем, как-то заинтересуем докторов, чтобы они работали в нашем городе. Хотя я посещал исполком, и совещания были. И я пытался это сказать, что, в общем-то, в медицине главное это не железки, главное люди. И люди, которые, в смысле, результаты, полученные на этих аппаратах, интерпретируют люди. Ну, сейчас, конечно, век информатики, то есть и томографы работают из врачей в плане того, что вот можно договориться с врачом хоть в Израиле, который будет смотреть эти снимки и присылать результаты. Это не проблема, но что это касается томографа. Но что касается, например, УЗИ, там уже других более... Да и вообще, вы же понимаете, человек, который сидит в Израиле, например, вот я к этому сказал, и будет интерпретировать эти снимки, он не будет за 10 копеек, как здесь их интерпретировать. То есть это еще хуже вариант, чем содержать местного доктора. Так что эта проблема, она такая старая, хроническая проблема, она просто вылезла со всеми сразу. И, к сожалению, в общем, я не вижу у городских властей понимания то, что происходит. Хотя мы их предупреждали. Год назад был разговор, Чула даже был главным врачом, я тоже присутствовал при этом. В общем,
То заседание мне надолго запомнилось. Я, в принципе, понял, что нас коммунальную медицину ждут тяжелые времена. Это даже не проблема Вольского. Это было тогда еще заложено, потому что мы просто не идем не туда. И никто, в общем, не занимается. И у меня сейчас вопросы есть масса. Вот, например, имея представление о формировании городской власти, как строится любая социальная проблема, то есть решается. Есть население, да, которое хочет все и даром, чтобы у них там и кардиологи были, чуть ли не там таракальные хирурги. Их не волнует, им надо все и даром. Есть персонал больницы, который ничего не хочет делать и получать по 100 тысяч. Я, понятное дело, утрирую и ту сторону, и ту. А есть городская власть в виде горсовета, который представляет население. И есть полкома, который представляет уже, так сказать, решалово это все. Ну вот я вот не очень понимаю, как можно было назначить главного врача председателем депутатской комиссии по социальным вопросам. Ну это такое смешение интересов. Как это все будет решаться? Ну, это, в общем, мутная вода какая-то. Не хочу это продолжать. Поэтому, ну это, так сказать, один из аспектов. Если разбираться долго, то все касается, конечно, отношения к людям. И люди не просто, они, вот, как можно вычитать там в Фейсбуке, что пошли за большими деньгами. Нет. Ну да, и за деньгами, конечно. Вы же посмотрите, сколько стоит сейчас учеба в мединституте. Я говорю про платное этаже. Вот чисто учеба в мединституте. А потом зарплату врача, и когда это просто чисто механически, не емши, не пимши, любая математика не выдерживает критики. Ну і якщо говорити про Славутиську міську лікарню, до якої ви ще поки що, власне, маєте відношення, які проблеми на сьогоднішній день є в Славутиської міської лікарні? Ну, проблеми організації роботи, вони європейські. Наскільки я знаю, є должность медицинского директора. Сейчас, сьогодні четверг, тобто з понедельника, і до этого там така була. Не очень. Вот. В общем, нету человека, который отвечает за медицинский процесс. Ну, про должность заведующего хирургическим отделением я говорил. И, в общем, я не могу вам ответить на все вопросы, потому что я не хочу выносить грязь из, вы сами понимаете, да? Ну, проблемы организации есть, да. Я думаю, на этого хватит. Якщо говорити про вас як про представника частної медицини, угу. В тому числі, яке відношення місцевої влади до вас? Ну, ровно. Я не гріх жалуватися, ровно. Тобто ми особої підтримки не відчуваємо. Ну, і нам не мешає роботи, що вже хорошо. Во всякому випадку, поки от ми якось мирно живемо. Там, коли у нас вибори були, в октябрі місяці, я навіть пробував там побути депутатом, очень без особого желания, так вийшло. І коли я йшов, думаю, що я туди йду? Мені показалось цікавим, що ми з чого починали? Що проблема нашої лікарні, це не проблема именно цієї Славутиської міської лікарні. Це проблема така системна, це проблема всієї української медицини, то, що це все. І вихід є, вроді би. Не надо изобретать, так сказать, велосипед, потому что во всем мире есть частные больницы, есть городские больницы. И как-то и в тех, и в других больницах работают чаще всего одни и те же люди. Вот они с утра там идут, так сказать, лечат бесплатно, а кому сильно надо. Ну, я не, честно говоря, им надо заниматься. Но чаще всего это так. И я думаю, что в нашем городе тоже вот рано или поздно даже вот, придется так. Ну, понимаете, в чем дело? Что здесь у нас, я не знаю, здесь больше врачей работает, во всяком случае, специалистов, чем в той больнице, нашей городской. С учетом приезжающих черниговских консультантов, так точно больше. И, видите, мы же там старались. Можно это как-то все организовать, с учетом того, что, мы платные. Но городская же власть тратит деньги на низкую лекарню. Правильно делать, значит, что тратит. Но с моей точки зрения, может быть, стоит какую-то часть потратить и на платную медицину не для того, чтобы просто нам денег дать, а просто мы оказали помощь людям, у которых нет денег. Логично? Мне кажется, логично.
там, ну, это можно долго обсуждать, но у нас нет никакого взаимодействия с властью по поводу того, вот, как сделать, ну, какую-то более-менее схему получения медицинской помощи с учетом и платной, и бесплатной медицины. Резервы-то есть, и они, в общем-то, видны. Ну, этим никто не занимается, а мне кажется, зря. Те, що до вашої клініки часної зараз переходять, можна сказати, всі ключові спеціалісти Слободицької міської лікарні, чи не є це якимось певним ультиматумом для міської влади з боку лікарів? Послушайте, ну, создайте там условия людям. Люди ищут там, где лучше. Ничего нового в этом нет. Создать им такие условия, они обратно к вам пойдут. Ну, или в крайнем случае, вот вернемся к тому, что я до этого говорил, сделайте так, чтобы они какую-то часть своего времени тут, там посещали. Это же можно во всем договориться. Только этом никто не договаривается. А то, что, ну да, ну а как вы, Тамила, хотите? Раньше эти люди, которые, вот, они, вы говорите, вот они к нам переходят. Уходят кто? Самые умные и самые непродвинутые, так это, ну, и востребованы это тоже, ну, слово-то вылетело. Те, которые легкие на подъем-то вот. Раньше они все за границу уезжали, понимаете? А тут они хоть здесь остались. С ними что-то можно дальше разговаривать. Они здесь остались. Мы с этого начинали. Вот, когда у нас Славмед первый организовывался, я вот тогда вот, встал перед выбором, что у меня уезжают такие основные специалисты, без которых я хирургом не смогу работать. Эндоскописты те, которые, ну как я кровотечение буду устанавливать, если я не знаю, откуда кровит. Мне что, в тюрьму? И пришло. Это была вынужденная мера. Ну, вот, как-то вот так вот.